Всем доброе утро. Мы сейчас находимся в городе Харькове. И вот в таком вот, если видно, там сзади отель, сейчас секундочку фокус, видите, под названием «Дружба», в котором мы поселились, все участники нашего финала Куба, и сейчас будем выдвигаться на центральную площадь, на торжественную часть. Вот я покажу вот такие вот квадрики. Сейчас дальше я пройду, покажу, у нас там все участники в таком лагере миниатюрном, в котором они оставили свои автомобили. И оттуда мы сейчас будем двигаться на площадь. Сейчас я покажу часть участников, которые остановились в этом отеле. Вы слышите, да, это трёв моторов? Вот смотрите. Вот это компания, часть участников, которые приехали на финал Куба. Ребята с Одессы привезли вот такие вот интересные аппараты, котлетки, посмотрите. Вот, которая завтра на GPS-ориентировании и на всем остальном покажет, как нужно ездить. Ну, посмотрим, конечно, как у ребят оно получится. Вот оно. Это уже другой вопрос. Привет. Очень, вот видите, пацаны говорят, что это будет очень просто и классно завтра. Поэтому вот Виталий тоже ходит, видите, он еще не проснулся. О, видите, вот. Сегодня я не проснулся. Привет, Виталий. Привет. Привет, рад видеть. Я тоже рад бачить. И поэтому всем привет, видите, Одесса и Киев передают всем привет. И мы вам все покажем, и вы увидите, как будет происходить. Да. Так что давайте дальше покажем всех участников. Уже, видите, нормальный завтрак, как и должно быть. Так, привет, привет всем. Так, и вот дальше часть еще команды и участников автомобилей. Смотрите сюда. Вот ребята приехали тоже с Одессы. Вот прикиньте, это автомобили, которые добрались 1000 километров в Харьков для того, чтобы поучаствовать в финале. Вот, прикиньте. Вон наши Рома, а ну где наш чебуратор? Сейчас идем к чебуратору. Привет всем, привет. Вот, смотрите. Всем известная любимая машинка. Рома там ее сейчас выгружает. Так, сейчас мы спросим, как пацаны готовы или нет. Так, что наш, смотрите, как хорошо подойти, погладить утром по чебураторовской лысине, понимаете? Передать привет. Привет, привет. Привет, привет, дружище. Привет. Поэтому пацаны тоже готовы. Привет, я вот так левой рукой. И вот известный чебуратор, все вы видите. Завтра будут Харькову показывать тоже, как нужно ездить именно. Поэтому хлопцы с Западной Украины, как говорится, покажут, что может ихняя машинка. Поэтому огонь. Поэтому очень такое шикарное, интересное событие будет. Дальше идем, я вам сейчас все покажу. Дальше у нас Вадима, вот такая вот машинка, которую, вот видите, пацаны тоже готовятся, тут что-то качают. А ну, вот видите, что-то Вадим туда подкачивает уже. Привет. Привет, привет. Поэтому тоже, видите, все уже настроены. Настроены по-боевому. Дальше всем привет. Ух ты, боевой товарищ. Видите, видите? Даже вот это вот чудо полу совдеповского и мерседесовского немецкого автопрома добралось сюда. Привет, привет, Валерчик. Привет, левой рукой сварю, вот так вот все. Поэтому будет очень интересно и классно завтра. Да, главное, веревка новая, Виталий. Где? Спереди. Сейчас, давайте посмотрим. О, видите, уже надеется, что вот эта веревка поможет и мосты ломаться не будут, да? Видите, уже сколько изменений, все меняется в машинах. Так, а ну посмотрим еще на лебедку. Здесь зашито. Это чтобы она не замерзла, да, зимой вот эту? Чтобы мотору не было холодно. Так, что у нас сзади? О, тут, ну, обычный камап, поэтому будет интересно. Вот прикиньте, да? Вот такие вот хорошенькие котлетки. Поэтому и ребята наши монстрики, обязательно к ним подойти. Как это мы к ним не подойдем? Смотрите. Это вот, видите, я сейчас подойду, давайте с будущими чемпионами пообщаемся, как они готовы вот этому. Видите, смотрите, вот чемпион. Правда, они что-то такие не проснулись, я вижу, вот сонные еще. Вот. Да вот, я как? Смолила, это вы ночью заснули. Не было такого. Доехал целую ночь, не было. Поэтому, видите, вот прилуки тоже уже здесь и полностью готовы, вот на боевых машинках, вот. Смотрите, во. Вообще, молодцы. А мы едем в этом году как туристы. Мы вот с Лешей, смотрите, вот будем, мы зато вот так вот, вот, видите. Да. Мы в маньяковских, вот все, вот мы просто сейчас. Ну, видите, мы не слышим этого, конечно.
Следующим разрез комнаты жилья номер... Город Рубежный, на вот таком вот месте.
двумя большими шагами попадаешь в систему, что можно изменить. Вот, а сейчас на автоматроне мы... И у меня еще есть маленькая просьба. Я хочу, чтобы кто-то мне на время одолжил своего ребенка. Чтобы все было честно, чтобы не говорили, что это все подстроено, и вообще выиграть было невозможно. Я хочу какого-то маленького ребенка, чтобы именно он вытаскивал и решал, кто будет победителем сегодня. Есть тут дети рядом? Детишки маленькие. Кто хочет поучаствовать и помочь такому бородатому дядьке ведущему? О, я нашел уже. Она меня нашла. Итак, давай мы чуть-чуть покрутим. А уже не, уже так много участников, что даже не крутится. Засунь куда-то, глубоко, глубоко, перелезай.